Конструкция фонтана на площади Героев 21-й армии в границах улиц Осипенко, Новосадовой и проспекта Ленина демонтируют стахановскими темпами. Эти работы закончатся ориентировочно через неделю. Впереди глобальное обновление гидротехнического сооружения. Работы будут проводиться и зимой. Для этого на объекте возведут временные тепловые завесы, установят тепловые пушки. Погода с морозами и метелями не станет помехой для строительно-монтажных работ. Их выполнит подрядчик из Ижевска. Есть специальные насосы, здесь оно и фильтруется, и подача, и канализация. Подача воды, все полностью, все меняется капитально. Также благоустройство, плитка, все, что есть, вы видите, да, бортовые камни, дизайн, все меняется. Внутри будет то же самое бассейн, да, чаша фонтана, Юрговская лента, красиво. В проект ремонта также входит замена сетей электро- и водоснабжения, гидравлического оборудования и гидроизоляции чаши, системы вентиляции технических помещений и вент-шахт. Предусмотрен ремонт насосной и камеры переключения задвижек. Заменит и облицовку. Фонтан станет светодинамическим и музыкальным. Для этого дополнительно установят акустическое оборудование и подсветку в едином архитектурном стиле. Размеры чаши фонтана 40 на 40 метров не изменятся. Борта и мозаичное панно на дне чаши с изображением Георгиевской ленты восстановят. Современное оборудование будет работать в автоматическом режиме. Преобразится и прилегающая территория. В том числе создадут комфортную среду для маломобильных граждан, установят пандусы. Благоустройство прилегающего к фонтану общественного пространства запланировано уже на теплое время года. В результате ремонта памятная для всех жителей города локация обретет новый облик. Заказчик ремонта, департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, организует контроль на каждом этапе. Знаковое место для жителей города, хорошо функционирующий до определенного момента, очень пользующийся популярностью у жителей, но, к сожалению, морально уже устаревший, не только морально, но и физически. Был разработан проект, выделено финансирование, в том числе и областное, то есть на условиях софинансирования. Все это будет реализовано и будет радовать жителей в будущем. Общая стоимость работ – 219 миллионов рублей. Срок их завершения – второй квартал 2025 года. Планируется, что обновленный фонтан станет подарком самарчанам ко Дню Победы. Дата юбилейная – 80 лет со дня капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Прежний фонтан был построен к 40-летию Победы и прослужил почти 40 лет. За это время капремонт конструкции не проводился. Ижевская фирма-подрядчик строит, реконструирует и ремонтирует фонтаны уже 15 лет по всей стране – от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Технологические решения чаще всего стандартные, с учетом современных технологий и материалов, рассказали строители. А вот внешний вид – оригинальное решение местных дизайнеров и архитекторов. Напомним, всего в Самаре 52 фонтана. В настоящее время городские фонтаны законсервированы до наступления теплого сезона. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.